лежачая жінка. Понимаете? А ліки, а все остальное. Уже мне хочется взять патрон-патронник и пойти. Вот ту Верховную зраду. Як же вставлять? Як можно? Чего ж ты не закачал газ літом, да? У нас же такие хранилища на всю Европу хватало. Як жить? Скажи, пожалуйста, где взять мне оці, так, плюс свет? В общем, нема 4000. Где мне взять 3000, пан президент? Ну, власне, пане Максиме, ви говорили про лайфхаки. Да. Можливо, поділитися, що мали б робити? Ну, лайфхак я хотів дати представителю власті. Здесь уже коллега сказал, что действительно, летом газ на европейских хабах стоил 70 долларов за 1000 кубометров. Соответственно, если мы имеем самые большие, по крайней мере, одни из самых больших газохранилищ в Европе, могли бы прекрасно его купить, закачать не российский газ, хотя я не буду рассказывать, какой мы газ на самом деле покупаем со Словакии и как на этом становятся олигархами Коболева и компания. Причем, мне так смешно, честно говоря, господин Рева, от вас было это слышать. Не только то, что он, в принципе, не знаю, не является олигархом, посмотрите определение, вы прекрасны в цифрах, но с определениями вам стоит ознакомиться, по крайней мере, с олигархом. Вы обещали, кстати, не говорить. Мне лично, уж по крайней мере, пока я говорю, будьте добры сдержать свое мужское обещание. Так вот, дальше. Мы как бы здесь, представитель власти говорил о том, что мы идем к цивилизованным странам, в Европейский Союз. Представители предыдущей власти это уже закрепили в Конституции, евроатлантическую интеграцию, но... Прекрасно забываю, здесь было еще господин Журавский дал прекрасную статистику о том, что в любой европейской цивилизованной стране коммунальные услуги, оплата составляет не более 15% от общего дохода. Вот здесь как раз бабушки, да, пенсионеры, которые свои отзывы оставляли, они прекрасно могут объяснить, сколько, и вы тоже статистику прекрасно знаете, сколько стоят тарифы от пенсии, да, и какой процент составляет. Вы всегда замечательно готовы, тут я перед вами снимаю шляпу, готовитесь к любой передаче, сыпите цифрами. Но граждан это не интересует, для них главное не то, сколько платили по... В прошлом году, позапрошлом, какой процент это составляло, цена за месяц, а сколько процентов сжирает их доходов эти платежки, которые они не могут давным-давно уже оплатить. И вы, уж поверьте мне, для миллионов граждан запомнитесь не этими цифрами и прекрасной эрудицией по статистике, а одной замечательной фразой, которая стала мемом. Люди... Да, то есть, когда была речь о том, что на еду граждане Украины тратят более там, 50%, вы дали великолепное определение, потому что они много едят. Стоп. Вот тут зупиняемся. Нет. Я вас прошу, чтобы вы довели це правду, что, если я таке сказал, конкретно указали джерело. Я хочу вас попередить. Хорошо. Что, если вы не покажете, что я сказал, что люди мают меньше есть, я подам на вас. Нет, во-первых, я вас попередив. Я вас попередив. Або ви вибачитеся зараз за те, що ви брешете, або ви покажете конкретно, що я давав пораду людям менше їх. Во-первых, ви зараз всі услышали, зрителі, як ви, даже мої слова перевіраєте і перекручуєте. Ви брешете. Ви брешете. Я прошу пробачення. Я прошу пробачення. Якщо людина конкретно мені кидає звинувачення, ви мене перебиваєте зараз, в очередной раз. Він бреше. Тому що він особисто, він зараз особисто. Він особисто бреше. Він особисто бреше і зачіпає безпосередньо мою честь її. Тому я хочу попередити вас. Або ви зараз підтвердите, що я дійсно таке робив, або ви вибачаєтесь. В противному разі, я обіцяю, що я вам подам на вас суд. І насправді, звідки була взята ця цитата, і як вона дослівно звучала? Зараз я її, во-первых, поїщу, во-вторых, цитату я буду іскати не ту, яку ви сказали, а яку я сказав. А я сказав, що люди... Він сказав, що їдять, а не нужно менше їсти. Почувствуйте разницю.
Пане Рене, я цитату вашу знайшов. Якщо дозволить, я цитату з Цензорнет. Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж ні. Стоп! Це Цензорнет. Це не цікаво людям. Господин Рене, імейте соль. Я хочу вас попередити. Якщо ви зараз не наведете порядок, та дайте можливість людині завершити і прибрати в цій студії, я просто не буду брати. Давайте, пане Андрію, вам тоді просто потрібно розказати Цензорнет. Я хочу запитати, якщо у нас сьогодні є людина, яка бреше нахабно в студії, послухайте, яка відверто кидає звинувачення, і замість того, щоб обговорювати тему, яку ми сьогодні обговорюємо, намагається якимось чином підняти свій рейтинг за рахунок того, що він бреше, я думаю, що... Уточніть тоді хвилинку, будь ласка. Я точністю вас проєктував. Пане Максим. Подождіть, секундочку. Ви даєте господину Рілу говорити тут... Ні, я просто хочу запитати і мені, прошу... Ласка, пожалуйста, прошу відповісти на одне питання, чи ви давали Цензору НЕТ? Я сказав, що іменно много їдять. А не так, як ви нагло перевіраєте мої слова, говорите, що їм потрібно менше їсти. Ми візьмемо зараз. Чи давали ви Цензорнет інтерв'ю? Я вас хочу попередити. Не політик. Я хочу вас попередити. Якщо ви не вибачитеся за свою брехню, я подам на вас суд. Ви давали Цензорнет інтерв'ю і коментар? Можливо, ви пам'ятаєте, як саме звучало це. Ви на господина Бутусова тоді будете подавати, якщо раз. Я буду подавати на того, хто в прямому ефірі бреше. Так? А если вы, если я улечу в прямом эфире, сделаю вырезку, подождите, нет, подождите, вы меня не перебивайте, я вас слушал внимательно. Кто у нас в этой передаче? Вин? Ми вас почули, але два дні почали. Ви зі мною розказували. Пане Максиме, ми не підемо до істини тоді. Я вас почула. Мені не дають сказати. Мені обвиняють в лжи. Абсолютно. Абсолютно необоснованно. Ми хочемо хоча б зрозуміти, чого говорить. В прямому ефірі обвиняють во лжи. Я сказав, що люди, я процитував вас точно. Ви мене не цитували. Ми не піддаємо і не кажемо, вам нашли эту цитату, подтвердили. Дальше. Ви будете звиняться за те, що якщо ми підтвердимо, що я цитату вам прочитав. Я вас дуже прошу, пане Максиме, давайте не підвищуйте голос. Я вже сама не можу вас перекричати. Просто уточніть, чи давали ви інтерв'ю Цензорнет? Ні. Ви не давали? Я... Цензорнет всього приводу. Я Юрію Бутусову, пожалуйста, будьте добрі, отмечу в посиланні в Фейсбуці на цитату і з вашої вторгнення. Дякую. В свою чергу також напишемо запит, аби з'ясувати, чи правда, чи неправда. Чи давав я інтерв'ю Цензорнет? Давайте поки що, не опираючись на ці слова. Ви зараз продемонстрували, наскільки ви не можете навіть тримати своє слово 15 хвилин. Ви перебиваєте всіх, всіх нікому не говорите. Давайте повернемося до того. Хоча обіцяю, будете мовчати. Я вас персонально. Я вас спрашиваю. Ви будете извиняться передо мною, якщо моя цитата буде точно. Я говорю про хто буде виходити потім. Друзі, зупиніться, будь ласка. Вже з пане Сергій там матеріалів назбирали. Я вам ще раз скажу. Вам вже привели цитату. Хвилинку. Хвилинку. Пане Андрій, пане Андрій. Давайте для людей казати, не для себе. Я їм пользовался. Про що ми сьогодні говоримо? Ми тут зібралися заради цього. Давайте, будь ласка, будемо не підходити далеко від нашої теми. І нікому не даєте говорити. Є якісь рамки приличия дискусії. Якщо ви взагалі не розумієте предмету, про що ми говоримо, давайте ви правила будете дотримуватися. Дотримуйтесь ви, пане Максиме, це правила, яких ви самі тільки що зазначили. Я хочу підтвердити... Мені взагалі не дають говорити. Я хочу повернутися до того, що ви говорили, а ви не даєте. Я хочу повернутися до ваших слів. Говоріть про тарифи, будь ласочка. Ви... Продовжуйте свою думку, будь ласка. Я говорил, да. То есть с предыдущей властью мы уже разобрались, вы прекрасно себя продемонстрировали. И почему 73% украинцев голосовали за то, чтобы Порошенко перестал быть президентом и не переизбрался на второй срок. Вы представители этой власти. Вы здесь телезрителям прекрасно продемонстрировали, за что и вас в том числе уволили. Дальше. Теперь что касается нынешней власти, с чего я начал. И это касалось и предыдущей власти. Если есть... Если вы, тут уже множество было сказано о том, что нам собственной добычи, запасов достаточно для того, чтобы покрывать потребности населения. Цитировали Конституцию, да, где записано, что мы являемся социальным государством, но вместо этого устраиваем тарифный геноцид, против которого люди уже выходят. Я их полностью поддерживаю. Слава Богу, что они хоть сейчас начали выходить, хотя нужно было это делать, начиная с 2014-15 годов, когда вы начали его устраивать. И вы в том числе, как член правительства Гройсмана. Я ничего не ошибся? Нет. Ничего? С какого периода я был членом правительства? Так вот, меня не интересует. Я вам рекламу, вы чистите себе рекламу. Скажите, с какого года я член правительства? Меня не интересует. Так зачем вы врете? Я сказал, что вы были в
правительстве Гройсмана. Не с 2014 года. Ну, елки-палки, ну так вырывать слова, понимаете? Вы сказали, люди должны выходить с 2014 года. В том числе. Понятно. Вы не вырываете слова из контекста. Конечно. Вы же мужчина, конечно. Хотя слово свое держать не можете. Да? Это женщины любят вырывать из контекста. Не надо женщин обижать. Не будем обижать. Ну, пане Максиме, ви хотіли дати пораду діючим нашим політикам. Я ж сказав, у нас гендерна рівність, господин Рєва прекрасно продемонстрував, що некоторі мужчини можуть також цим займатися. Чи можете, ви сказали, що маєте лайфхак і пораду діючих? Лайфхак, підказую ще раз, я сподіваюся, в цей раз, 78-ї попитки, ви не будете мене перебивати. Тим більше, я говорю, вже лайфхак діючої влади. Так от, будьте добрі, хоча б з наступного року, почніть закупати газ літом. Потому что сейчас возможен вторая волна карантинов, и цена на газ будет падать, потому что она привязана к цене на нефть. Мы прекрасно помним, как по 4 доллара Россия не могла продать ее в апреле. И потом продавайте по этой рыночной цене, но по 70 долларов, как это было летом этого года, а не накручивайте. А потом с барского плеча, как действительно здесь правильно заметили, якобы рисуете снижку минус 30%. Да, пожалуйста, это рыночный механизм, и никто с этим не спорит. А вот то, чем вы занимаетесь, как не вы лично, да, а власть нынешняя Зеленского, это тарифный геноцид и зарабатывание не просто как бы на интеллектуальной собственности, о чем говорил там Зеленский, диджитализации, а именно просто обирая самых нищих, самых бедных людей, абсолютное большинство которых уже давным-давно находится за чертой бедности. Спасибо.